Всех приветствую, я Елена, канал Дачный Креатив, и снова туя, снова сею тую, сейчас буду сеять только барабан, у меня семян барабан больше, эти семена шаровидные я оставлю на следующий эксперимент, хочу попробовать еще в улитку посеять, здесь я буду сеять сейчас тую барабан. Для начала таблетки Трофинея. Этот набор я покупала в фикс-прайсе. Очень, кстати говоря, даже недорого. Парник с трофейными таблетками. Здесь вот есть крышечка такая. И, собственно, сам контейнер. И теперь здесь нужно налить воды. Также здесь у меня раствор фитоспорина. Заливаем таблетки. Ждем, когда они набухнут. Так, таблетки набухли. И теперь также делаю здесь отверстие побольше. Здесь уже есть, в общем-то, отверстие, но я делаю немножко побольше. И теперь также сею. Так, теперь также опрыскиваю раствором эпина, что я вам хочу сказать про семена. Таких непослушных семян мне еще не попадалось. Электризуются, отскакивают. В общем, такие они, капризные. Такое впечатление, очень легкое такое впечатление, что вообще пустые. Не знаю, там что получится, конечно, у меня. И немножко закрываю опять сверху грунтом. Немножко притапываю, чтобы не рассыпалось. Еще раз опрыскиваю. И закрываем. Таким образом резиночками скрепляю, потому что не хочет закрываться. Так, ну вот что у меня получилось. И теперь еще один вариант. Значит, здесь у меня туй барабан. И следующий вариант, то, что я говорила, хочу сделать, попробовать улитку. Мох сфагнум буду использовать. Тоже первый раз делаю. Вообще пробовала как-то сеять в так называемые улитки в пористый, вспененный полиэтилен. Это подложка для ламината. Но мне тогда не понравилось. Сейчас попробую вот в улитке и на сфагнум. Так, раскладываю сфагнум. Разложила сфагнум, увлажняю. Немножко насыпаю земли. Теперь семена. Так, теперь немножко еще сверху сфагнум. Не знаю, что из этого получится, если честно. Ну, так в качестве эксперимента. Также увлажняю.
теперь заворачиваю. Таким образом подворачиваю и скрепляю резинкой. Так. Так, а теперь то же самое сделаю с туей западной шаровидной. Также с фагном. Вообще способ старый, проверен еще с советских времен, но редко я им пользуюсь. Сейчас новая мода. Это подложки из-под ламинат, вспененный полиэтилен или полистирол. Но вот именно в пакетах это еще старый советский способ. Так, теперь немножко земли. Чтобы семенам было куда зацепиться, корешкам. Увлажняю. Прям так густенько сею. Так, а теперь также прикрываю сверху сфагнумом. Еще раз увлажняем. И заворачиваю. Так, ну вот так скрепила резиночкой. Так, здесь я вставляю этикетку. Здесь у меня шаровидная, а здесь у меня получается барабан. Так, теперь все это еще в один пакет. Таким образом. И также поставлю все в холодильник. Ну вот сколько у меня получилось способов. Семян у меня еще осталось много. Здесь у меня еще остались вот столько семян шаровидной. И столько осталось еще семян туи барабант. Эти семена я оставляю. Часть я потом еще буду сеять в мини-тепличке уже в феврале. В таком сухом виде. То есть я в сухом виде оставляю семена до февраля. И то, что у меня стоит на увлажнении в крышках из-под сметаны, также буду сеять в мини-тепличке в феврале. На этом заканчиваю. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем удачи! До новых видео! Пока!